Так, что у нас в этот раз? Тера Петра, полусладкая красная каменная земля, террар Черноморского побережья Кавказа, где создавалось это великолепное вино. Почва с преобладанием известняков, мергелей и твердого камня. Wine Collection, еще раз скажу, полусладкая красная. Это у нас идут вина, скорее всего, Кубани. Краснодарский край, вина Краснодарского края. Таманская винная компания Кубань, внизу читаю. Так, темно-красный с рубиновым оттенком. Аромат чистый, винный с тоннами тоннами сухофруктов и легкими оттенками лесных ягод. Вкус свежий, гармоничный, с умеренной терпкостью и легким оттенком маслена и фруктов. Так, понятно. Посмотрите, какое винцо. Я же сейчас буду интеллигентно пить вино. Так, Тера Петра. Ладно, надо распробовать. Надо попробовать этот великолепный. В Греции же пили вино. Многие говорят, вот, вино полезно, потому что в Греции вы пили. Но немногие знают, что в Греции же вы пили разбавленным с водой. Да. Они не хлебали его постоянно, целыми днями, как у нас представляется. Вино возлежали, из стаканов своих хлебали этот благородный напиток. Я говорю очень утрированно. Но они его пили разбавленным с водой, поэтому был что-то на грани компота. Да. И, кстати, я недавно читал, что вот когда говорят о том, что как недавно, года 4, даже больше тому назад, вот этот миф о полезности красного вина для сердца, для кровеносной системы, якобы выдумали винодельцы в Америке, чтобы таким образом способствовать продажам вин. Ну-ка, распробую. Ну, я не специалист по вину. Ну-ка, еще глоток. А пахнет как? Ну, вот такое типичное полусладкое, терпкое вино. Вкусное. Ну, все вино вкусное, прохладненькое, холодное точнее. Так что вот эта бутылочка. Тера Петра, полусладкое, красное, недорогое, в районе 250 стоило. Плюс-минус 20 рублей. Кому как повезет. Ну, держим связь.